Play with Gilbert. Будем играть котенком, черт побери. Будем собирать друзей. То есть каждый уровень будет проходить проще и веселее. Игру можно играть в одиночку, только в локальном кооперативе. Дочке игра очень понравилась. Я обычно делаю обзор и удаляю игру, но на данный момент здесь все не так просто. Компьютер у меня просто тупо отжали. То есть можно создать своего персонажа полностью, своего кота, шапку, меха, очки, даже настроение, что сделает нашего котенка совсем неповторимым. В плане дня и ночного цикла. То есть следовать каждый день, то есть и днем, и ночью будет время постоянно вот это крутиться по кругу. То есть когда весна, лето, осень или зима, в зависимости от времени года или когда вы хотите. На каждом уровне есть чем заняться. Поиграть в физические объекты или проведите время с друзьями и кошками. То есть можно будет съесть пиццу или стать вообще курьером. Даже можно кататься на машинках, летать на дельтапланах, летать на воздушном шаре. Решать вам, короче, ребятка. Ну, давайте немножко пробежимся по геймплею. Ну, по геймплейчику атмосфера, графика очень такая насыщенная, яркая, интересная. Прыжки, собирать шарики приходится, это монетки по-русски, так скажем. Есть определенные задания и время, которое идет. То есть собирать рыбок, чтобы пройти эту миссию полностью, нужно за время рекордное собрать все. 25 рыб таких и 3 рыбки такие. То есть акробатика здесь очень жестко развита. И у коня есть также, где собирают всю целую ораву кошатников. Можно заходить практически в каждый дом, то есть подбирать аксессуары, которые он одевает на себя, что делает игру еще ярче и интереснее. Ну, в принципе, в плане того, что отдохнуть, хоть она и для детей, но опять же, даже в плане того, что отдохнуть, поиграть, можно сделать супер своего кота, страшно жирного убийцу, бегать. Ну, в принципе, на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.